Скорость, ловкость и смелость – те качества, которыми обладают девушки авиаметаллургического техникума, участницы спортивной эстафеты «А ну-ка, девушки». Традиционный праздник состоялся в преддверии женского дня. Это мероприятие у нас традиционно, из года в год. Наши доблестные девчонки, засучив рукава, надев спортивную форму, участвуют в спортивном мероприятии, показывают свою удаль и мастерство, а юноши поздравляют их в этот день и болеют. Сформированные команды по 5 девчат в каждой устремились к финишу. Преодолевать дистанцию пришлось разными способами, будь это бег на трех ногах и прыжки на скакалке. Скучать в зале не пришлось ни самим участникам, ни зрителям. Не получилось пробежать в обруче. Некоторые запинались, девочки. И задание 3 ноги, то есть связывали 2 ноги, тоже слегка не получилось. Без ошибок выполнить задание старалась и команда преподавателей. В своем забеге они соревновались с марсианами. Выходцами с Красной планеты стали юноши из группы механиков. Но перевес все же был за землянами – командой преподавателей техникума. Спортивная эстафета, в которой студенты и их учителя пообщались в неформальной обстановке, закончился, но участники еще долго обсуждали перипетии борьбы, падения и ошибки. Море позитива получил каждый, кто присутствовал на этом мероприятии. В завершении все участники получили сладкие призы.